Дорогие друзья, поговорим о народной рыбке из Баренцева моря – мойва, одна из самых популярных рыб у северян. Мойва – мелкая морская рыбка, лучеперая, из семейства корюшки. Длина рыбки – до 30 см, вес – до 60 грамм. Мойва водится в Арктике, в северных широтах. Держится рыбка стаями на глубине от 300 до 700 метров. К берегу подходит редко и водится только в морской воде. Но, несмотря на свою маленькую величину, относится к лососевым рыбам и поэтому считается ценной промысловой рыбой. Мойва не только вкусная, но и полезная. Содержит в мясе витамины, полинасыщенные жирные кислоты омега-3, белки, углеводы, макро- и микроэлементы. Женщинам мойва помогает сохранить молодость и привлекательность. Мал золотник, да дорого.